Правильно отсюда называется? Дождь декоратор. Давай сначала левую поучим, чтобы левая получилась у нас. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре. Теперь расширяем немножко. Пожалуйста, сверху играем. Поменьше мне. Раз, свободно, три, четыре. Теперь черненько вот сюда. Вторые два часа. Два, три, четыре. Свободная рука, не зажимай. Теперь давай играем капельки наши. Давай вместе с нашим шмелем играем капельки. Как играть капельки? Второй, четвертый. Только, пожалуйста, все с радугой красиво. Сверху. Раз, два, три, четыре. Левая расширяется. Два. Три. Попасть. Три. Четыре. Сверху, пожалуйста, убери ручки. Два. Свободная рука. Три. Четыре. Теперь на черненькую второй. Только, пожалуйста, сверху свободная рука так поставлена. Где кисть не работает? А Ника, зажимаешь ручку. И сюда посидели. Очень долго посидим. Тут вот это играем, да? А здесь шмеля. Раз, два, три, четыре. И обратно. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Освободи ручки. У тебя должны быть они свободны. Когда играешь, свободно опускай. Мы снимаем ручку в кисть. Хорошо? Вот упражнение такое. Запомнила левую руку, да? Значит, так, потом пошире делаем, совсем широко. Идем на черненькую фаде, если сюда. Такое упражнение.